черного хода, пожалуйста. Угу. Кто там? Это разносчик, сэр. Я привез пиццу. Положи на порог и убирайся отсюда. Ладно. А как насчет денег? Каких денег? Ну, надо заплатить за пиццу, сэр. Так и сказал. И сколько я должен? 11.80. Значит, не надо, грязная тварь. Дешевка. Эй, я дам тебе посчитать до 10, чтобы ты убрал отсюда свою толстую желтую задницу, прежде чем я нашпигую тебя свинцом. 1, 2, 10. Какая сырная пицца, и вся моя.